Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение. Номер 1, под цифрой 1, страница 34, рабочей тетради по математике для первого класса, автор Маром. Объясни, как выполнено сложение 8 плюс 3. У нас 8 кружков зеленых и 3 кружка красных. К 8 прибавляем 3. Сначала мы 8 дополним до 10, а для этого нужно прибавить 2. От 3 остается 1. Теперь мы к 10 прибавим 1. Получится 11. Значит, 8 плюс 3 равно 11. К 8 прибавили 6. Сначала 8 дополняем до 10. Прибавляем 2. 6 это 2 и 4. Значит, теперь к 10 прибавим 4. Получится 14. 7 плюс 5. Сначала мы 7 должны будем дополнить до 10. Нам нужно прибавить 3, опять это 3 и 2. 7 плюс 3 равно 10, и плюс 2 равно 12. Значит, 7 плюс 5 равно 12. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.